такие машинары не заберем, братья. Ну да, чувствуется уже. Значит, это, Луна Тихонча узнает, часть картошки-то же можно отдать? Можно, конечно. Представь, с таким грузом сесть, а дорога-то серьезная. И вот картошка. А это что, Володя? Это семечки. А это куда? Ой, не семечки, а горох. Горох. Он тоже хотел взять его. Тоже в город? Да. Надо было сначала сюда подъезжать. Смотри, что сюда. Ну я знаю, я сегодня с электриком был. Красота какая. Как будто, мы это, как будто выросли там, пока мы тут были. Мы не возьмем это. Несколько мешков сейчас. Что важнее, горох, картошка или тыква? Надо спросить, я не знаю. Перегруженным будем. Но я говорил, Надежда Васильевна, надо было не все забирать. Грузить и грузить. Надо было сразу сюда, а потом туда. Ну, надо было. Несколько штук и все, ну, остальное мешок, опасно. Один мешок, это мелкая картошка. Мелкой картошки один мешок. Один мешок мелкой картошки, брат. Бери там любую мелочь, один мешок возьмем. А это вообще это дорога. И тыкву. Парочку. Езжайте с Богом. Рессоры прямые почти. Все это, я сам открою, закрываю ее. Больше ничего не буду брать. Мир вам. А помидоры тоже не все возьмем. Ну кого? Ничего себе. Не знаю, помидоры коробку, наверное, у меня возьмем и все. А остальное матушка пусть забирает. Она, говорит, газель берет. Что это за кольцо такое? Опа. Не заморался? Ничего. Да, есть немножко. Все, наверное, я коробку свою вытащу, остальное с матушкой отправить. Все, закрыл. Ко мне подъезжаем. Матушку не берем, да? Нет. Ну все. Ко мне я коробку выношу. Все, слава Богу.